Дорогие друзья, здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы возвращаемся в когда-то соседа неудачный круиз, только это уже чуть более полная версия. Вуди двигается, оказывается, я что-то даже не заметил, бля. Короче говоря, это мод, который называется неудачный круиз, который сделал кот Борис. Вот, он даже отставил отдельное спасибо этим ребятам, ютуберам и помощникам. Здесь есть Зелеил. И вот этот я видел, только не знаю, кто это. Жаль, что тут нет меня и Эндрю Сэма даже хотя бы нет. Ну ладно, и, в принципе, пофигу. Главное, что я могу сыграть в этот мод. Мне прислали его в ВКонтакте. Вот такое вот окно, тут Вуди, и там еще сосед сидит в кресле. Прикольно, да? Красивая очень менюшка такая, мне нравится. Это обновление. Короче говоря, это уже обновление, версия 1.1. 1.1.7, по-моему, даже написано было. Здесь такое вот реально красивое очень меню. Вот эти два уровня были в прошлой версии, которую мы с вами играли. Здесь добавили еще 4, возможно. 5. 5 новых уровней, вот этот и еще, возможно, вот эти. Открыто пока, новых только 2. Вот эти вот уровни я посмотрел, там ничего не поменялось. Вроде бы... Ну, вроде я там не заметил никаких изменений. Их мы с вами прошли в первой серии, как раз таки. По этому моду. Так вот. Давненько меня просили снять обзор на обновление, и вот мы. Вы сейчас его смотрите. Что у нас тут идет дальше? Новый дом. Взаимодействие с предметом может затягивать фигово тучу времени. 6 часов утра после безумной ночи усталый сосед наедине с собой, ну или с багажом, блин, едет к себе домой. Хотелось спать, но не было времени. Ротвик был очень рад новому дому, и первая мысль пришла у тупой гориллы сделать себе на завтрак, посыпая черным перцем. После этого он идет на кухню за кружечкой теплого кофе, дабы не быть сонным. Но Вуди преследовал за ним по пятам, и не следовало ему испортить такой момент жизни. Ну погнали! Чего мы тут ждем-то? Такая вот красота. Музычка такая вот, блин. Надеюсь, что авторских прав не будет. Ух ты, реально красивый дом. Мне нравится. Я не запускал этот уровень, поэтому не знаю, что будет. Тут пакости. Кухонная плита. А тут колбаса какая-то лежит. А что, реально красивый дом. Мне нравится. Опа, бежим, бежим, бежим. Надеюсь, что он в ванну не пойдет. О, смотрите-ка, он ходит-то, кстати, по-другому. Видите, анимацию. Как в консольной версии ходит. Все, ушел. А, мы тут уже осмотрели все, да? Куда он пойдет? А, завтракать. Так, наверное... А, ее можно и так открыть. У него лифт? У него есть лифт? У него есть лифт? Это уже Hello Neighbor какой-то. Кстати, по-моему, вот эта дверь взята из Hello Neighbor. Мне кажется так. Так, вот это надо перочинным ножиком открывать, я думаю. Да, точно. Ой-ой, бежим отсюда. Мы не успеем открыть коробку. На дверь. Куда она ведет? В спальню туда. Мне пока не нужно. Жалко. Так, ну мыло, я так понимаю, надо разложить здесь и бумагу здесь тоже. Так, а пока бежим, в зале что-нибудь поделаем.
Итак, открыли. Тут что-то можно сделать. Самая вонючая рыба на свете. Жители Швеции едят эту еду. Ну-ка посмотрим. Точно, подходит. Зерны перца. Фломастер куда? А, на портрет. Понятно. Кажется, мы с пакостях уже разобрались. Че, реально можно по лифту будет съездить потом? Я бы посмотрел бы на это. А что, нельзя что? А что тогда здесь надо? На столе лежит шейкер для соли. А, вот здесь тогда, наверное. Точно, точно. И применяем его сюда. Судя по всему. Точно. Отлично, мы разобрались везде. А спрятаться где-нибудь можно? Походу нет. Ну все, мы все пакости сделали вроде бы. Довольно быстро разобрались во всем. Это меня радует. Время суток такое прям тут необычное. Мне нравится очень. Автору огромнейший респект за этот мод. Он очень хорошо постарался здесь. Интерфейс вроде бы перерисовали немного. Вроде бы. Я не помню, как там было в прошлый раз. О, давай, съедай, съедай. Скорее. Хе-хе-хе, офигеть. Это сосед такой? Что это за костюм такой у него городской? Костюм 19 века, блин. Так, ну все, мы прошли этот уровень. Блин, какой красивый экран, кстати. Очень красивый. Так, и сезон 1 в гостях у соседа. Начало осени. Вот и наступило начало холодной и прекрасной осени. Это означает начало нового сезона шоу. Опечалившийся сосед после этой новости решил вспомнить свое прошлое с помощью дневника, в котором он записывал свои мысли. Изображая себя механиком, он чинит неработающий мотор, после всего этого он идет на кухню, чтобы поесть вкусного сыра. А профессиональный пранкстер Вуди готовится навалять его своими необычными тузами в рукаве. Да, некоторую пакость можно сделать только в определенный момент. Да, видимо, будет уж посложнее. Да, что-то темновато в зале. Ух ты, подвал есть. Интересно, а что туда можно пойти? Ух, сваливаем отсюда быстрее. Ну-ка, давайте посмотрим на анимацию. Можно посмотреть? Можно. Охренеть. Ну вообще, ребята, мне нравится. Опа-на. А чё это за подсказка такая? Обалдеть. Мышиная нора. Ну, видимо, тут сыр говёный надо. Или мышку просто надо взять. Возможно. Так, посмотрим, что тут можно сделать. Новая аранжировка у музыки, судя по всему, которая играет. Так, тут ничего больше нет. Тут 6 пакостей. Не знаю, какие, правда, пока. А что, он в подвал не ходит, что ли? Я так понимаю, он в подвал не ходит. Ну-ка, может, это надо поменять? Точно. Здесь пусто, да? Да, тут пусто. Блин, прикольная фотография. Так, идем туда.
Я так понимаю, ее надо в дневник. Фотографию. Использовать мобильник? Стой, не звони пока. Беги, беги скорее, беги. Проглядели, наверное. А что, нет в холодильнике ничего? Бежим отсюда. А в аптечке наверняка что-то есть. Для сыра же что-то надо, наверное. Да, точно. Это что такое? Этим жиром как пользуется? Вот, наверное, его надо добавить в сыр. Ты угадал? Сейчас узнаем. Давайте его используем. Бежим. Окей. Можно просто идти в подвал. Анимацию с мышеловкой я, наверное, проглядел. Камеру отвернул. Извините, если что, извините. Отвлекся немного. Давайте позвоним. Здравствуйте, вы подписаны на конкурс Лохотронщина. Чё, блин? Чё это было в телефоне такое, блин? Картинка из ремастера, по-моему, кстати. Да, точно. А, все что ли? Эти уровни недоступны? Эх, жалко. Жалко. Ну ладно. Такой вот интересный мод. Ссылочка на него, конечно же, будет в описании. Разумеется. Будем ждать с вами новые уровни обязательно. Мод, потому что очень классный. Мне очень нравится. Ну что ж, на этом все. С вас Лайкос, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Наслаждайтесь, когда с соседами и хорошими модами. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.